Но может ли спокойно спать страна, когда есть безымянные солдаты? Они лежат в объятиях земли, лежат, как позабытые герои, и только в синем небе журавли курлычат им весеннюю порою. Вы смертью пали посреди огня и дыма, десятки лет скорбит над вами тишина. Но мы придем, мы ищем вас, мы вас поднимем. Россия будет помнить ваши имена. Поклонимся. Добрый день! Сегодня здесь, на одном из значимых мест Ленинского района, обелиске славы, мы проводим ритуал передачи останков Маркова Александра Константиновича, 1913 года рождения, уроженца деревни Старица Туринского района Свердловской области, красноармейца 650-го стрелкового полка, 138-й стрелковой дивизии Крымского фронта, геройски погибшего в мае 1942 года при обороне Керченского полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Почти 80 лет он покоился в крымской земле, и сегодня он возвращается на родную землю, в город Асбест Свердловской области, откуда был призван в ряды Красной армии на военную службу. 75 лет прошло с тех пор, как закончилась та страшная война, принесшая горе в каждую семью. Митинг, посвященный передаче останков красноармейца Маркова Александра Константиновича, объявляется открытым. Для нас Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие ощущают и теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы людей, принесла стране колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и поныне остро тревожат людскую память. 75 лет многострадальная земля нашей страны покоит своих недров останки воинов. И сегодня, благодаря важной и ответственной работе поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, найдены сотни захоронений солдат и офицеров, долгие годы пребывавших в забвении. Останки красноармейца Маркова Александра Константиновича были найдены в августе 2019 года сводным отрядом поисковиков Крыма в составе поисковых объединений «Крым-поиск», «Наследие», «Сиваш» и военно-патриотическим клубом «Виктория» города Оренбург. Слово предоставляется заместителю председателя Комитета Государственного совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Аксенову Валерию Николаевичу. Уважаемые жители Ленина, Ленинского района, сегодня мы выполняем свою долю наших обязанностей по
установлению личности всех тех солдат, которые погибли в Великой Отечественной войне. Недаром говорится, что война заканчивалась только тогда, когда будет похоронен последний солдат. К сожалению, сегодня еще много безвестных людей. И то, что сегодня мы установили фамилию этого воина, который мужественно сражался и отдал жизнь за Родину. И эти ребята, которые его нашли и которые занимаются этой работой, значит, все это приведет к тому, что мы помним о тех, кто сражался. Мы их не забываем. И поэтому хочу выразить от имени Государственного Совета огромную благодарность руководству Ленинского района, поисковикам, всем, кем нашим друзьям, приехавшим сюда с материка, которые, так сказать, отдадут вахту памяти своему товарищу, который погиб на Крымской земле. Честь и слава воинам, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Является депутату Государственного Совета Республики Крым Шевченко Александру Юрьевичу. Добрый день, дорогие друзья. Более 74 лет прошло с тех пор, как завершилась Великая Отечественная война. Но до сих пор наша земля хранит доказательства страшного сражения. Одно из них – это отображенные останки солдата, который не пощадил жизни ради мира и свободы своих потомков. Мы знаем места самых страшных кровопролитных боев. У каждого солдата был свой акуманай. В Ленинском районе шли тяжелые бои. Здесь сложили жизни многие советские солдаты. Мы должны всегда помнить о героях Великой Отечественной войны и никому не позволять искажать факты, события того времени. Сегодня мы передаем на Родину останки Маркова Александра Константиновича, обнаруженного в августе 2019 года, сводным экспедиционным отрядом поисковиков Крыма в преддверии 6-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Все эти годы он числился в военных архивах как пропавший без вести. Но сегодня для него война закончилась. Останки Маркова Александра Константиновича будут переданы в земле в городе Азды Свердловской области. Война закончилась давно. Тем не менее, на Ленинской земле не прекращаются поиски останков бойцов, отдавших свою жизнь за победу. Радует, что поисковые отряды находят и устанавливают личности многих солдат. Надеюсь, что все меньше героев будут считаться пропавшими без вести, что советские солдаты не останутся в забвении. Мы продолжаем увековечивать их память, чтобы будущее поколение знало и помнило о своих героях. И пока мы живы, мы помним. Пока мы помним, мы живем. Желаю всем счастья, добра. Спасибо. Слово предоставляется министру топлива и энергетики Республики Крым Рукавишникову Евгению Александровичу. Уважаемые россияне, эта страшная война отразилась на каждой семье. В каждой семье есть потери. Сегодня останки моего земляка вернутся на родину. Правильно, как сказал Валерий Николаевич, слова эти были по поводу солдата, сказаны Александром Васильевичем Суворовым 22 сентября 1798 года при победе русской армии на реке Рымник в Румынии. Когда пришли ему его генералы и сказали: «Сам Васильевич, бой закончен». Он сказал: «Нет, пока не будет похоронен и погребен последний солдат, война и бой не будут закончены». Поэтому у нас Родина едина, в каждой семье есть о ком вспомнить, и пока мы будем помнить, мы будем живы. Огромные слова благодарности поисковым отрядам хотелось сказать, которые выполняют такую благороднейшую миссию, чтобы не было у нас ни одного забвенного воина. Слово предоставляется главе муниципального совета Водопьянову Олегу Николаевичу. Уважаемые жители и гости Ленинского района, сегодняшнее мероприятие, проходящее в Ленинском районе, это проявление гражданской ответственности всех ныне живущих поколений. Это торжество справедливости в отношении тех, кто сложил головы ради нашего будущего. И я уверен, что этот момент передачи останков солдата Маркова Александра Константиновича
погибшего на акманайских позициях, навсегда останется в сердцах и памяти жителей нашего района. От имени депутатов Ленинского районного совета выражаю благодарность поисковым отрядам, которые, не жалея своих сил, занимаются благородным делом по восстановлению справедливости в отношении советских солдат. В этом и заключается патриотизм. Память о солдатах, подарившим нам мирное небо над головой, будет жить вечно. Никогда в наших сердцах не погаснет свет победы и вечный огонь. В наше непростое время важно сберечь правду о той войне, сохранить память о ней и передать ее потомкам. Наши дети, внуки и правнуки должны стать поколением, достойным великой победы. И сегодня я хочу пожелать всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья, добра и взаимопонимания. Слово предоставляется главе администрации Ленинского района Юровских Екатерине Николаевне. Уважаемые ветераны, уважаемые гости и жители Ленинского района, сегодня, в дни 6-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, дни Крымской весны, дни возвращения нашего края в родную гавань, это мероприятие более чем символично. Сегодня мы провожаем на родную землю красноармейца Маркова Александра Константиновича, который трагически погиб в ожесточенных боях при защите Ленинского района. На территории нашего района, почти в каждом поселке, в каждом селе, есть памятный знак. Одиночная или братская могила, воинское кладбище. В каждом поселке наши жители чтят память воинов, которые смогли изгнать врага с нашей страны и победить фашизм. Вечная память. Мы помним и чтим, гордимся и знаем. Мы в неоплатном и вечном долгу перед солдатами Победы, перед защитниками Отечества. Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз», «Нефтегазстройпромсоюз России», Шибирину Александру Яковлевичу. Уважаемые друзья, весна, май. Каждый год этот месяц будет нам памятный, потому что весна приносит жизнь, потому что весна заставляет нас жить. Сегодня Крым в акте памяти 2020. Пускай в эти майские дни каждый из нас дома, детьми, своими внуками вспомнит те страшные события, которые пережили деды и прадеды наши. Дабы мы передавали эту память из поколения в поколение. Потому что до тех пор, пока жива память, до тех пор и будет страна. Вечна память нашим героям, отдавшим жизнь во имя нашей жизни. Военный путь наш народ вынудили в июне 41-го года. И только благодаря мужеству, отваге и огромной любви к своей родине Красной армии удалось переломить ход войны и превратить кровавую тропу в дорогу победы. Но не всем было суждено победоносно дойти до Берлина в 45-м. Для пропавших без вести солдат и бойцов и офицеров эта война затянулась на многие-многие десятилетия. Ты шел дорогой победы почти что 80 лет. Да потому что на планете на время затерялся след. Утратой став невосполнимой для близких, ты пропал тогда. Война украла твое имя, надеясь спрятать навсегда. Но есть отряды добровольцев под знаменем «Поисковик». Им акманайское раздолье пришлось и вдоль, и напрямик перелопатить, скрыв окопы, чтобы солдата отыскать. Чтоб окровавленные тропы смогли дорогой жизни стать.
возвращаешься домой, солдат, сквозь пелену 80-летия. Так трепетно сейчас во след глядят все те, кто перед совестью в ответе. Спокойно жить на свете не могли. Они, пока ты там, на поле брани, лежал под грудою сырой земли. Непогребенный долго под ногами, война надеялась тебя стереть с лица земли моей, страшась возмездия. Но подвиг твой не прекращал лететь через пространство всех миров созвездия. Он пролетел тяжелый, долгий путь, чтобы сегодня прав твоим потомкам со всеми почестями смог вернуть. Признательный народ страны огромной, признательный народ страны огромной, ты возвращаешься домой, солдат. Слово предоставляется руководителю военно-патриотического поискового объединения «Крым-Поиск» Шевченко Николаю Владимировичу. Добрый день, дорогие друзья. Здесь, правда, друзья только собрались, потому что нету здесь случайных людей. Не первая это уже передача на территории Ленинского района, как и не первое захоронение. Ведется большая работа, и за последние годы она стала еще больше, наверное. Я не побоюсь этого слова, здесь было много сказано хорошего, много было сказано о войне, о памяти. А я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы эту память сохранили, за то, что пришли сегодня сюда. Хочу поблагодарить руководителей предприятий и организаций, которые за последние годы сделали очень много для развития поиска на территории Ленинского района и в Крыму в целом. Вот уже буквально третий год в этом году, как пришли в поиск представители топливно-энергетического комплекса, да, ребята влились, и мы теперь дружим. Делается со стороны организации «Черноморнефтегаз», «Газпром профсоюз», профсоюзная организация «Черноморнефтегаза», огромная работа. Большая помощь оказывается, как практическая, так и методическая. Ну, то есть, я не знаю, трудно переоценить эту помощь. Это делается действительно от души и действительно по зову сердца. Также хочется отметить работу районного совета и администрации Ленинского района. Ну, вы знаете, вот сейчас опять такая ситуация у нас произошла, да, все боятся этого вируса. А я вот проведу параллель. Мы проводили мероприятие в 2015 году, когда свет нам отключили. И тоже в Глазовке было мероприятие, тоже все боялись, думали, придут люди, не придут, люди вышли. И сегодня вышли. И вы знаете, вот по роду своей деятельности часто мне приходится сталкиваться вот на местах боев с мистическими такими моментами. Вот фашисты, напав на нашу страну, учли все, учли там материальные ресурсы, человеческие ресурсы. И все, все до пункта. Но они не учли дух, дух людей. Дух наших предков, а значит и нас с вами. Так вот, если мы сохраним дух, друзья, мы будем жить. И ни вирус нам, ни свет, ничего нам не помешает. Я благодарю вас еще раз за солидарность, за память, которую вы сохранили. И которую будете сохранять и передавать дальше, из поколения в поколение. Большое вам спасибо. Низкий поклон. И я не побоюсь слова, поклон от тех бойцов, которые сложили голову на этой крымской земле, которые пролили сюда кровь. Поклон от их родных за ваш большой труд. Все. Спасибо. С
Слово предоставляется почетному жителю поселка Ленина, депутату Лениновского сельского поселения, председателю районного совета ветеранов Харьяновской Екатерине Викторовне. Многоуважаемые присутствующие, сегодня мы прощаемся с героем прошедшей, но не забытой войны, унесшей более 30 миллионов жизней наших отцов, братьев и сестер. Благодаря нашим поисковым отрядам мы ежегодно со всеми воинскими почестями предаем земле останки воинов Крымского фронта, погибших при обороне нашего легендарного Ленинского района, где каждый метр земли полит кровью. Больно и обидно нам, что большинство наших погибших уходят в иной мир, оставаясь безымянными. А это значит, что их родные и близкие никогда не будут знать, где покоится прах дорогого им человека. А сегодня мы передаем останки праха Маркова Александра Константиновича на его родину, где он родился и вырос, где живут его родные и близкие. И теперь он будет похоронен со всеми воинскими почестями на своей родине. А родные всегда смогут посетить его могилку, возложить цветы и сказать: «Как долго мы ждали твоего возвращения домой!» А мы, ветераны Ленинского района, низко склоняем головы и вечно скорбим по всем защитникам Отечества, павшим на полях сражений. Представляется заместителю секретаря Ленинского местного отделения партии «Единая Россия», координатору федерального партийного проекта «Историческая память» Шумскому Сергею Викторовичу. Добрый день, уважаемые присутствующие. Разрешите мне, как координатору партийного проекта «Историческая память», вот здесь, у этого обелиска славы, заверить вас, что наша партия совместно с поисковыми отрядами в канун 75-летия освобождения России от немецко-фашистских захватчиков приложит максимальные своих сил для того, чтобы как можно больше поднять с наших позиций безымянно, незаконно брошенных в то время бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии, которые по сей день лежат более 75 лет в своих боевых постах, это окопы и стрелковые ячейки, и предать их, как сегодня, с воинскими почестями в братские могилы, потому что они это заслужили. Вечная им память. Слово для зачтения обращения предоставляется заслуженному работнику культуры Автономной Республики Крым, директору Музея истории Ленинского района РАК Николаю Анатольевичу. Жителям города Асбест Свердловской области Российской Федерации обращение. Дорогие друзья и соотечественники, от имени жителей Ленинского района Республики Крым Южного федерального округа мы обращаемся к вам, землякам красноармейца истребительно-противотанковой роты 650-го стрелкового полка, 138-й стрелковой дивизии, 51-й армии Крымского фронта Маркова Александра Константиновича, погибшего на акманайских позициях в смертельных боях в мае 1942 года при обороне от немецко-фашистских захватчиков Керченского полуострова. Земля Свердловской области
родила и воспитала солдата, патриота и гражданина, который честно и до конца исполнил свой воинский долг, остался верен военной присяге и своему народу, защищая от врага территорию Крымской АССР как составную часть Союза Советских Социалистических Республик. Сегодня мы передаем на родину останки Маркова Александра Константиновича, обнаруженные в августе 2019 года в Ленинском районе сводным экспедиционным отрядом поисковиков Крыма и материковой России в ходе реализации военно-патриотической программы Восточного Крыма «Найти солдата» и межрегиональной вахты памяти «Крымфронт-2019» в год 75-летия полного освобождения нашего солнечного Крыма от фашистской нечисти. В эти памятные дни солдат Марков возвращается домой, чтобы его бессмертная душа обрекла покой, а для защитника Отечества, который по всем военным архивам почти 8 десятилетий значится как пропавший без вести, наконец-то закончится война. Сегодня мы передаем на родину на вечное хранение гильзу с землей с места, где принял свой последний бой красноармеец Марков, его каску и предметы войны и быта, сопровождавшие бойца в далеком и близком нам 1942 году. Знаменательно, что передача останков солдата Маркова проходит накануне важной исторической даты, шестой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Уверены, что войдя навсегда в марте 2014 года в состав Великой России, жители Республики Крым найдут взаимопонимание и поддержку во всех регионах России. Пусть нас навсегда объединяет святая тема Великой Отечественной войны, 75-летия со дня Великой Победы, в которой будет широко отмечаться 9 мая в нынешнем году не только в Российской Федерации, но и всеми жителями планеты Земля, которые с благодарностью помнят и не забывают победный май 1945 года. С уважением к вам и светлой памяти красноармейца Маркова Александра Константиновича, глава муниципального образования Ленинский район, председатель Ленинского районного совета Водопьянов Олег Николаевич, глава администрации Ленинского района Юровских Екатерина Николаевна, глава администрации Леновского сельского поселения, председатель Леновского сельского совета Касьянов Олег Викторович. 17 марта 2020 года, поселок городского типа Ленин. Сегодня на нашем митинге реквиеме присутствуют члены Челябинского регионального молодежного военно-патриотического общественного объединения «Русич», которые доставят Маркова Александра Константиновича на родную землю. Обращение к жителям города Асбест Свердловской области нашим гостям передают глава муниципального образования Ленинский район, председатель Ленинского районного совета Водопьянов Олег Николаевич, глава администрации Ленинского района Юровских Екатерина Николаева.
Глава администрации Лениновского сельского поселения Касьянов Олег Викторович. Гильзу с землей и предметы войны передают заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Аксенов Валерий Николаевич и депутат Государственного совета Республики Крым Шевченко Александр Юрьевич. Огромную работу, которую вы делаете. Наша, так сказать, дружба между Крымом и, так сказать, сферой России сегодня в эти дни, так и как никогда, ну, так сказать, эмоционально мы так встречаем этот праздник. И спасибо вам, что в этот день приехали. Мы благодарны россиянам за то, что они оказали в свое время нам большую помощь. Спасибо вам и приезжайте к нам. Мы рады вас будем всегда видеть. Спасибо большое. Аркадьевичу. Уважаемые жители Крыма, нету слов, как отблагодарить вас и вашу память, поисковые отряды, которые этим занимаются. Нам выпала великая честь приехать с своим земляком. Знаете, какая-то мистика сопровождала всю эти несколько лет, потому что в 17 году мы получили приглашение от общественной организации «Крым-поиск» в лице Николая Шевченко посетить вашу святую землю и здесь поискать своих земляков. И вы знаете, с самого начала в голову вошли слова песни, не помню, кто автор, но это так, слова такие: «Четыре года мать без сына, берешь и пошли домой». Вот она набатом звучала у меня в голове, и вот всю это вот время как вот так вот бам-бам-бам. Как вот, и вот такая история получилась, конечно, это святое, когда солдат, выполнив свой воинский долг до конца, возвращается домой. И лично для меня и для моих сослуживцев, так назовем своих мальчишек, это святое. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить от всего Урала всех вас. Низкий вам поклон за ту память, которую вы держите до сих пор и помогаете нам своим духом, присутствием, как бы вас тут судьба и время не пинало, не нагибало, вы не сломились. Очень приятно было наблюдать вашу стойкость с материка, когда вы туда ставили свои интересы. Низкий вам поклон. А Марку я скажу так: солдат, бери шинель, пошли домой. Дай Бог веры, кто засомневался в величии и святости побед. Солдатам слава, кто в живых остался, и тем, кого давно уж нет. Панихиду по Маркову Александру Константиновичу проводит настоятель храма Иоанна Кронштадтского отец Ростислав. Помолимся. Господи, помилуй. Господь наш Иисус Христос, Божественный, Сой благодатью, даром же и властью, данным святым учеником и апостолом, вы же вязать и решите грехи человеков рек им, примите Духа Святаго, их же отпустите, грехи отпустятся им, и же удержите удержаться, или каще свяжете, разрешите на земле, будет связано разрешенно на небесе, а то не же иные друг друга примательно пришедшие да сотворить через меня смиренное, прощенное, и се по духу чада, воин Александр, от всех елика якос человек согреши Богу словом, или делом, или мыслью, всеми своими чувствами, волей-неволей ведним или неведним, аще же под клятву или отлучением архиерейским или рейским, и там все простит ему человека любви, ради самой присоединения благословенного лично, что родится Христа Дева Марии и всех святых, со духи праведных начавшихся, уши рабы и сварщик, покой сохраняет, поблажение жизни, человека любчая, поклущит им Господи, держи все святые, то покаиваются, покой души раб, люди, академизи человека любят,
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и если Бог сошел в аду, законодавшего самых душ ратвоих, упокоим, или не приставали тебе повыменьте на чистое и непорочное дело, благодеси меня, лучше моли спастись от душа мы. Помилуй нас, Боже, поделиться милости Твоей, молитесь, а услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И погибших в ведомых нам и неведомых тяжких обстоятельствах, души своя Тебе, Господи, мученически предавших, их же имена Ты знаешь веси, и же простите всем всякому прегрешению, вольному же невольному, еще молимся о всех знаемых и незнаемых людей, духовного и всякого мирского звания, и возраста многообразнее, в лютую годину войны, пострадавших, и от врага замученных, и страдальческую кончину приявших, так ожди о всех крова своего лишившихся, и погибших в вере и уповании обители. Надежде воскресения и жизнь вечная братьям нашим, родителям, сродникам, ктиторам святых храмов, здесь лежащим и повсюду православных, о них же помяни, творимое же простите всем всякому прегрешению вольному же невольному, якода Господь Бог учинит души их, одежа праведную покаиваются, милости Божие Царствие Небесное, оставление грехов Христа, бессмертного Царя Бога нашего просим, подай Господи Господу, помолимся Господи, помилуй, Боже духов всякие плоти, смерть по праву дьяволу празднив, и жизнь миру Твоим даровавый сам Господи, упокой души усопших рабов Божьих, вождей воинов, и всех людей духовного, всякого мирского звания в лютую годину войны, жизни своей Тебе, Господи, мучески предавших, их же имена Ты знаешь весе, вместе светли, вместе злачни, вместе покойне, от нуды же Твоя же болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, вольно же невольно, словом или делом, или помышлением, яко благи человека, любит Бог, прости, яко не есть человека, жив поживет, и не согрешит ты один, кроме греха, правда Твоя, правда веки, слово Твоя истина, яко ты есть и воскресение жизни, и покой с общей рабы Твоем, вождей воинов и всех людей духовного мирского воззвания в эту годину войны, жизни своя, Господи, тем же предав для победы потрудившийся, Христе Боже нашей Тебе славу посылаем, с обезначальным Отцем и Пресвятым благомиротворящим Твоим Духом, ныне и присно веки веков, аминь, премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова, родшую и сущую Богородицу Тебя величаем. Память, вечная память. Минуту помолчи. Помянем с болью тех, кто не вернулся, кто в полный рост о пулемет споткнулся, идя в атаку сквозь огонь и дым. Давайте все минуту помолчим. Пусть слезы навернутся на ресницы, фронтовикам война до ныне снится, и тем, кого ничем не воскресим, давайте все минуту помолчим. Мы жизнью им обязаны на свете, и сами мы, и даже наши дети. Их подвиг не забыт, не повторим. Давайте все минуту помолчим. Почтим светлую память красноармейца Маркова Александра Константиновича и тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Thank you.
Помним, солдаты, пусть известны не все имена, но войны той жестокой раскаты не умолкнут во все времена. Уважаемые присутствующие, пришла пора прощаться. Еще один солдат возвращается на родную землю.